Приветствую тебя! Это обзоры от Mob.ua, и я Трэш. Даже простенькая на первый взгляд физическая головоломка при должной реализации может стать самой настоящей классикой жанра. Так, например, серия Angry Birds, появившись всего каких-нибудь 4 года назад, стала главным символом мобильных игр. Да, про эту игру не слышал разве что ленивый, слепоглухонемой слоупок в далекой сибирской тайге. Но несмотря на свой колоссальный успех, компания Rovio не почивает на лаврах и дарит нам все новые и новые истории о приключениях злых птичек. Сегодня нашему вниманию представлена вторая часть нашумевшей год назад Angry Birds Star Wars. На этот раз эпическое противостояние хрюшек и пернатых перенесено в любимую всеми нами вселенную Звездных войн. По давней традиции, заложенной еще самим дедушкой Лукасом, в первой части мы видим историю, основанную на старой трилогии Star Wars. Ну а вторая часть, соответственно, показывает события новой. В плане геймплея Star Wars 2 представляет собой все те же старые добрые Angry Birds, но с целой кучей персонажей оригинальной истории, каждый из которых, как водится, имеет свои уникальные способности. Например, джедай Оби-Ван может сдвигать предметы с помощью силы, Квай-Гон уничтожает препятствия на своем пути световым мечом. Хотя самым интересным, наверное, будет мастер Йода, превращающийся в эдакий всерубящий попрыгунчик. На данный момент в игре только две главы, Набу и Татуин, но разработчики обещают добавить новые локации из первых эпизодов. Как и в предыдущей части, помимо основных сюжетных заданий, также присутствуют бонус-главы в подводном городе Джаджа Бинкса. Кроме этого, в игре имеется целый ряд интересных нововведений. Например, следуя канону игр по Звездным войнам, ты сможешь выбрать разные стороны силы. Другими словами, здесь, наконец-то, можно будет поуправлять свинками, которые представляют отрицательных персонажей фильма. Также оригинальной новинкой стала возможность добавить во время игры дополнительных персонажей. Реализуется эта возможность с помощью особых коллекционных фигурок героев истории. Конечно, я сомневаюсь, что ты, дорогой зритель, обзаведешься такими сувенирами. Но сама оригинальная идея радует. Итог. Минусов у игры, как и у предыдущих частей, я не обнаружил. С каждым разом компания Rovio радует нас все более интересными и качественными эпизодами серии Angry Birds. Несмотря на свою завязанность на вселенной Звездных войн, данная игра придется по вкусу очень широкому кругу игроков. Ну а для фанов это уж точно станет еще одной приятной мелочью. В общем, Angry Birds Star Wars 2 рекомендуется всем и без исключения. На этом у меня все. Если тебе понравилось, то качай, ставь лайк, подписывайся на канал и вступай в группу. Это был обзор от Mob.ua, и я Трэш. Да пребудет с тобой сила! Oh.